Итак, друзья, новый портрет. Вот с такого вот женщина, и вот новый портрет ее, этой женщины. Я вписала ее в интерьер, там только был намек на интерьер, но я ее вписала и решила в живописном таком решении, в живописной идее ее образ, фотографический образ у меня получился вот такой вот живописный. Текстурка тут видна, волосы определены. Потом я ее поместила на темный фон. Это какой-то камин или какой-то в виде арки, что-то такое, потому что там только были намеки. Поэтому я вот буквально догадываюсь, как правило, всегда дают фотографию. Ну, можно было бы упростить задачу, сделать без фона, но это не мой путь. Я люблю всегда помещать человека в какую-то такую вот его родственную атмосферу. И вот эта женщина в домашнем таком одеянии, домашняя такая. Наверное, это минутка отдыха. И ее засняли вот для портрета. Еще раз захожу в зеркало души, в глаза вот подхожу. Вот. И перевожу взгляд на фотографию. И вот опять она. Осталось одеть в раму и завтра этот портрет уплывет в самостоятельную жизнь, подарит этой женщине этот портрет. Это холст. Вот. И довольно-таки сложная работа. Я ее, в общем-то, выложилась на все 100%, работая над ней. В типаж я попала. И остальное все вдохнуть вот в этот портрет, вот само содержание человека, его душу, его вот чтобы этот портрет стал вот это из простой фотографии стал художественный портрет. Вот мне надо было наполнить каким-то психологическим содержанием. Как правило, если глаза горят и смотрят с огоньком и живые, это значит портрет удался. Ну вот на этом, да, к себя я немножко тут увековечила, и на этом я заканчиваю это видео. Заказывайте портреты, и я буду рада создать художественный портрет именно ваш. На этом до свидания, ставьте лайки, комментарии, и будем дружить.